Ну что ж, всем привет, с вами снова Айса, мы будем играть в новую визуальную новеллу, которая называется «Резонанс». Не играл, ничего сказать я не могу, но по начальной картинке что-то страшное нас ждет. Что будет, если человек не сможет воспринимать нормальный, то есть такой, каким его видит большинство людей, мир? Когда действительность окружает его лишь только непроглядной тьмой, разум человека стремится создать что-то вроде защитной оболочки, своего собственного мира, в котором он сможет существовать. Мир подсознания, диктуемый воображением и мечтами, отражение истинной сущности человека, призванное исполнять любые его фантазии, делать его счастливым. Но выход ли это? А даже если и да, то почему же мне он недоступен? Почему в моем мире есть только кошмары? Темнота. Вязкая, липкая, чуть ли не осязаемая, она давила со всех сторон. Казалось, ее можно резать ножом, как желе. Он не помнил ни себя, ни того, как здесь оказался, ни чего-либо еще. Вместо настоящих воспоминаний была лишь непонятная мозаика, никак не желающая складываться в единое целое. Он даже не знал, стоит ли, сидит ли, попросту не чувствовал ничего. Впрочем, он не чувствовал ничего уже давно. Он словно растворился в этой густой нарисованной черноте. Наверное, нужно открыть глаза, чтобы она пропала. Мысль показалась ему заманчивой. Стоило ее обдумать. Видение ярко вспыхнуло перед глазами. Вот он поднимает веки, и темнота расплывается, уступая место красным сполохам. Яркие огненные искры кружатся в воздухе, бросая отблески на спучившиеся стены. Нет, открывать глаза – плохая идея. Лучше сидеть в темноте, и спокойно, и уютно. Не двигаться, не думать, не дышать. Он все еще лелеял хрупкую надежду, что однажды ему удастся позабыть о своем собственном существовании и превратиться в пустое место. Ничто, способное лишь наблюдать. Это было пределом его мечтаний уже который год. Сейчас же он сам себе больше всего напоминал один из гнойных наростов на стене. Он растет, болезненно пульсирует, но никак не может прорваться и окончить наконец свое бесполезное существование. Эти ставшие привычными мысли плавали в голове, не вызывая в душе никакого отклика. Пустые и давно просроченные. Точности, как он сам. Неожиданные шлепки и странное чавканье поблизости заставило его вздрогнуть, прервав перебирение приехавшихся мыслей. Да, точно, определенно стало лучше. А ты как думаешь, эй? Не обращая внимания, сделай вид, что ничего не происходит, и все решится само собой. Этот универсальный способ решения проблем еще ни разу не сработал, но это не мешало ему каждый день цепляться за него прямо-таки с маниакальной надеждой. Не думай, не говори, притворись пустым местом, и, может быть, они отстанут. С пустотой неинтересно общаться, ведь так? Что, мы играем в молчанку, а меня не позвали? Так нечестно, мы старались специально для тебя, а ты даже не хочешь посмотреть. Пол под ногами проваливался и переминался, словно подушка. Можно было подумать, что вся поверхность обита мягким поролоном, если бы она не была влажной и не издавала хлюпанья при малейшем движении. Будь таким только повод, еще можно было стерпеть, но теперь живой красной массой были покрыты и стены, и потолок. Достаточно было открыть глаза, чтобы в этом убедиться. Он и открыл, сам толком не понимая, зачем. «Ну, наконец-то! Я уже думал, ты там умер в углу!» Это существо отодвинулось, ухмыляясь, взмахнул рукой, словно приглашая осмотреть комнату получше. Комната, конечно, была жесть. «А разве тебе не нравится? По-моему, стало живенько!» Было действительно живенько. Спучивались красными опухоли стены, вибрировали и дрожали. Вязкая красная жидкость сползала по ним на пол, заставляя лужами за
застывая лужами и в складках между мясными горками. Чем бы ни была эта аномалия, она была живой и прекрасно горела, а в углах потрескивало пламя, бросая причудливые блики на живую массу вокруг. Она вспучивалась и дрожала, словно от боли, обугливаясь и постепенно исчезая в огне. В воздухе вместе со знакомым запахом горящей плоти витали солоноватые пары, от которых у непривычного человека мигом закружилась бы голова. Но он к таковым не относился. Этот запах с железным привкусом был знаком ему задолго до того, как он попал в эту безумную комнату. Извините, секундочку. Извините, продолжаем. Однако даже в ней все было вот так. Сначала были белые стены, на которых он бился в приступах отчаяния и ужаса. Затем на них появились трещины и красные подтеки. Да, он просто лежал в центре пола, стараясь занимать как можно меньше места, наивно полагая, что рано или поздно ему этому придет конец. Постепенно от крови стало не продохнуть. Она текла по стенам, занимая все пространство, перетекая с пола на потолок и обратно, нарушая все законы физики. Стены трещали, лопаясь, зияя провалами и разломами, за которыми не было ничего, кроме щерящейся металлическим блеском темноты. А потом появились они. По-моему, так стало гораздо лучше. Нет? Пошловато, но хоть какое-то разнообразие в твоем унылом сером мире. Вынужден согласиться. Еще один. Алекс, точнее, это существо, похожее на Алекса, появилось словно из ниоткуда, сжимая в руке отвратного вида красный сгусток, которым еще не успел украсить стену. Он лениво пульсировал на ладони, выталкивая из себя все новые и новые порции крови. Почему-то при виде него тошнота накатилась с новой силой, и все вокруг поплыло, подернувшись розовой дымкой. Напоминает кое-что, разве нет? Можно сказать, что в последний раз мы виделись при похожих обстоятельствах, а? И делай вид, что тебе это зрелище непривычно. Это была последняя капля. Он гулко всхлипнул и прижался спиной к стене, отодвигаясь от них подальше. Рубашка мгновенно пропиталась выделенной его весом из пор стены кровью и прилипла к спине. Но он этого даже не заметил. В голове нарастала острая боль, накатывала волнами, отзываясь в ушах гудением проводов. Казалось, мозг сейчас расплавится, вытечет, не выдержав такого давления. В данный момент он желал этого едва ли не больше всего на свете. Похоже, все. Совсем отвык от человеческого общества. Странно, с учетом того, сколько народ здесь постоянно ошивается. О чем они говорят? Он глотнул, подняв глаза. 6 плоскостей, огораживающих пространство. Бесчисленное количество мясных наростов, о которых темнело в глазах. 2 фигуры. Он сам, скрючившийся в углу, пылающий в углах пламя. А здесь больше не было ничего. Уж тем более ничего живого. Он еще помнил смутно, что раньше здесь бродили тени. Высокие, непропорциональные фигуры плавали по тогда еще белой комнате, кружили вокруг нее, шептали что-то разными голосами. Первое время они сильно пугали его своим появлением и речами, но постепенно он привык и перестал обращать на них внимание. По крайней мере, он очень старался делать вид, что это так. Поначалу это даже помогало, теней стало меньше. И они примокли на какое-то время, но потом стало еще хуже. Они просто кружили вокруг, но подплывали к нему вплотную, тянули свои невозможно длинные тонкие руки. От их прикосновений на коже появлялись красные пятна, словно горящие изнутри, как будто его жалили гигантские пчелы. Их шепот становился все громче, голоса накладывались друг на друга, сливаясь,
переливчатое шипение, от которого у него раскалывалась голова. Он был готов сделать что угодно, чтобы заставить их замолчать, а неоднократно пытался. Бросался на них как безумный, пытался отбиться, разорвать их на кусочки, кажется, кричал. Вряд ли он смог причинить им хоть какой-то вред, но зато через какое-то время тени пропали. Он не тешил себя надеждой, что сам смог их прогнать. Скорее это выглядело как переход на следующую ступень кошмара, ведь тени пошли трещинами как раз после их исчезновения. Как бы то ни было, после тени здесь не было никого, кроме них троих. И вот... Ладно, не говори, что ты их не заметил. Что ж, в этом нет ничего удивительного. В конце концов, ты же не просто так здесь сидишь. Не волнуйся, для сумасшедших это совершенно нормально. Звучит убедительно. Он с ужасом смотрел на него, чувствуя, как горло подкатывает тошнота. Подзабытое чувство, всепоглощающий ужас снова расползалось по телу, словно пчелиный рой. Освещаемые сполохами пламени по углам фигуры уплыли куда-то далеко, превратившись в кричащие стороны в сторону силуэты. Там, впрочем, и вся комната. Люди здесь... Люди! Здесь были люди? Ну как же? Этого не может быть! Не может быть! Не может быть! Не может быть! Мясистый пол ушел из-под ног, накренился в бок и прыгнул на него. А может быть, это он сам упал? Он этого так и не понял, не чувствовал ничего, кроме всепоглощающего липкого ужаса, а перед глазами стояла лишь красная дымка. Голоса до него доносили через пелену, словно услышал их в полном плохом эфире, хрипло и с помехами. Тебе здесь самое место, в конце концов? Надо было слушать доктора еще 10 лет назад, да-да. Вор должен сидеть в тюрьме, а псих в психушке. Все честно. Ну что ж, справедливость наконец-то восторжествовала. Замолчите! Хватит, уже достаточно! Он закрыл глаза. Пусть это и не помогло, перед глазами все так же плавал красный туман. Обжигал веки и перекатывался с раскаленной лавой в голове. Он вжался сильнее в поверхность под головой. Стена, пол. И почувствовал, как намокают волосы. Неведомым образом кровь помогла ему почувствовать себя лучше и немного приглушила боль. Красный цвет медленно расплывался и рвался, уступая место черноте. Волоса затухали вместе с ним, превратившись сначала в невнятное бормотание, а потом и вовсе исчезли. Тихо. Темно. Блаженство. Он качался на волнах долгожданного забытия и испытывал почти наслаждение, пока в шершавой темноте не проступили белые хлопья. Снег? Едва ли он понял, как снегопад усилился, погоняя черноту и завоевывая все пространство вокруг. Сквозь серую мглу изредка поступали тревожные красные всполохи, но он их уже не замечал. Пусть идет, пусть заметает все вокруг, его уносило куда-то вдаль, в эту нескончаемую снежную пелену. Холод сковал с головы до ног, убаюкивая своим отстраненным спокойствием. Страх постепенно рассеивался, уступая место блаженному забвению. Это была следующая ступень. Мирный гул поезда успокаивал и навеивал дрем. Он смотрел на проносящиеся за окном черные силуэты деревьев, подперев подбородок ладонью. Последние лучи заходящего солнца таяли буквально на глазах, но еще выхватывали из темноты размытые детали пейзажа. И профиль сидящего напротив него человека, также рассеянно глядящего в окно. Наверное, во всем поезде не спали только они. «Эй, Йору!» Собеседник стряхнуло хвостиком и посмотрел на него. Лучах заката его правый глаз казался темным, почти черным. Он смотрел, не моргая, и Юра вдруг стало иррационально неуютно под этим взглядом. Должно быть, просто перенервничал перед завтрашним днем. Ты видишь ветер? Ветер? Лайт смотрел на него в упор. «Да, ты ведь не можешь увидеть его так!» Он перевел взгляд за окно, рассеянно проведя пальцами по стеклу.
Ты видишь его следствие. Качающиеся деревья, развивающиеся флаги, рябь на воде. Но сам ветер непосредственно. Лайт провел руку в воздухе, словно взяв невидимый шар, и снова задумчиво посмотрел на собеседника. Ты не можешь его видеть, верно? Иру смотрел на него долго и внимательно, пытаясь понять, чему этот вопрос, но в конце концов ответил. Да, это так. Лайт кивнул. Именно такого ответа он и ждал. Но вот это не значит, что его нет, правда? Не обязательно видеть что-то, чтобы знать, что оно существует. А можно и не знать. На нем это никак не скажется. Тут Юра уже не выдержала, посмотрела на парня внимательнее. Ты о чем? Он чувствовал, что за этими словами есть какой-то смысл. Смысл пока еще скрытый от него мутной сероватой дымкой. Едва он попытался ее загнать, сконцентрироваться на том, что она загораживает, как мысли начинали течь сквозь пальцы, неумолимо ускользя и исчезая в ночной темноте. Да так, неважно. Он замолчал, глядя в окно, и Юра скоро тоже оторвал от него взгляд, посмотрев на проносящиеся мимо первые огни фонарей. Проезжали мимо какого-то города. И снова ночную тишину нарушал лишь мертвый стук колес. Только теперь он почему-то не успокаивал, наоборот, тревожил, с каждым ударом все больше и больше закладывая уши, отдаваясь глухой болью в пальцах, словно прибежал их обоих к чему-то страшному и неотвратимому. Даже когда через несколько часов Лайт уже влез на полку и, судя по всему, уснул, Йору не смог сомкнуть глаз. Напрасно он пытался уснуть, положив сгиб локтя на глаза. Сон все никак не шел, несмотря на то, что он не спал уже со вчерашнего дня. Не спал ни секунды в этом дурацком поезде. Может быть, виной всему внезапная начавшаяся гроза и яркий синеватый свет молнии, периодически заполнявший все купе вместе с громом. Может быть, дело было в грызущем и смутном ощущении тревоги. А может, ему просто не хотелось спать? В любом случае, он не подозревал, что не единственный не смог заснуть в эту ночь. Тиа. Вот ничего так. Минутная стрелка медленно переползала с цифры на цифру. Обычное действие, но почему-то сейчас она навевала тоску. Хотя, может, и не в часах было дело, а в моей работе. Слишком уж выматывающей она была в последнее время. Маленькой радостью стал недавно отремонтированный кабинет, хотя бы из-за недовольного лица Марка, когда я заставил его таскать мебель. Я усмехнулся, вспоминанием откликнулся на спинку стула. Обстановка радовала, а вот пациент... Да, что тут говорить, пожалуй, никто за всю мою врачебную практику не вызывал столько трудностей. Впрочем, нельзя сказать, что они стали для меня сюрпризом. С первого взгляда на этого парня я поняла, что проблем с ним не оберешься. Наверное, врачебная интуиция подсказала. Везет мне он таких вот обаятельных неудачников. Я тихо вздохнула, потеряв глаза, и нехотя открыла больничную карту, побежав глазами по последнему отчету его психотерапевта. Совершенно бессмысленное действие. Можно подумать, он изменится сам по себе, просто полежав немного на столе. Такое только дети верят. Чудо, конечно же, ожидаемо, не случилось. Все строчки знакомы до зубной боли. Я уже знаю их наизусть. Поневоле запомнила, перечитывая карту раз за разом, пытаясь найти выход из сложившейся ситуации, который, впрочем, и не думал появляться. Его состояние продолжает неуклонно ухудшаться, несмотря на все приложенные врачами, да и мои усилия. Недавно он и вовсе стал пугаться людей, пришлось какое-то время держать его привязанным к кровати, прежде чем вернуть обратно в палату. Санитарам тогда здорово досталось. Прекрасно помню тот день, как он после одного из своих припадков словно впал в кому, а когда очнулся, я невольно поморщилась и откинулась. Откинул бесполезную карту на стол. «Бесполезный хлам!» — раздался в голове недовольно громкий голос Марка. «Скорее сам чокнешься, пока читаешь, а толку никакого!» По
Пожалуй, скоро я буду готова с ним согласиться. Я хмыкнула, скинула еще надоевшие за день туфли, оставив их на полу. Сомненное преимущество личного кабинета. Можно беспрепятственно закидывать ноги на стол, когда вздумается. Я блаженно пошевелил пальцами, устраиваясь на стуле поудобнее. Чихать на приличие и репутацию, мне нужно расслабиться, а в этой позе это удается лучше всего. Итак, вернемся к нашим баранам, точнее пациентам. Когда Йору проснулся, у него началась самая настоящая паника. Он кричал, метался по кровати, глядя на окружающих его людей и предметы с животным ужасом на лице, словно видел нечто кошмарное. Так продолжалось несколько дней. Потом крики стихли, и пришла эта страшная апатия и отчужденность. Я устало прикрыла глаза. Уж лучше бы он по-прежнему кричал. По крайней мере, тогда он хоть как-то на нас реагировал, а теперь... Теперь он никого не узнает, ни меня. Ничто еще более удивительно, Марка. Да что там не узнает, будто и вовсе не видит. Он как будто сознательно обрывает все ниточки, связывающие его с этим миром. Ну ладно, я с ним общалась не так уж близко, и в основном только тогда, когда ему требовалась медицинская помощь. Но Марк-то был его лучшим другом, да и вообще одним из немногих близких людей. И если он перестал его узнавать, то дело совсем плохо. Мне бы хоть какую-нибудь зацепку, к сожалению, совсем не психолог. Марк только-только диплом защитил, и то по другой специальности. А я со своим психотерапевтом Юрой вовсе не говорил ни разу. Даже когда еще был относительно вменяемым. Что же говорить про теперь? И как-то ты знаешь, что там у него в голове происходит. А я печенкой чувствую, что там происходит что-то, что в скором времени может стать необратимым. И лучше бы, конечно, выяснить природу этого загадочного нечто до этого момента. Да только ни я, ни еще несколько наблюдающих в течение этого года врачей так и не смогли ничего сделать, несмотря на все наши знания и умения. И по правде говоря, иногда мне кажется, что Йора просто не хочет поправляться. Будто бы он запер сам себя в каком-то кошмаре, из которого по какой-то причине упрямо не хочет выбираться. Словно так и надо. Словно. Он искренне считает, что это заслужил. Я вздохнул и помотал головой. Лежу в голову глупости. Может быть и правда не стоит увлекаться сечением истории болезни. Не успел я додумать ту мысль, как в коридоре послышался постепенно приближающийся топот. А потом кто-то мог быть, распахнул дверь энергичным пинком. Светлые волосы, торчком горящие глаза и упрямо сжатые губы. В комнату, как всегда, ураганом и без стука влетел Марк. Легок на помине. Ну как он? Да, сразу к делу, сразу с порога. Мигом вспыхнуло раздражение. Кто дал этому выскочке право так нагло врываться в мой кабинет? Помедлив секунду, я убрала ноги со стола, посмотрела на вошедшего. И тебе привет, вежливый ты наш. Просто хочется оттянуть главное. Оттянуть фразу о том, что не изменилось ни черта. Будто бы от этого кому-то было легче. Еще только посмей так дверью хлопнуть. Ее только подчинили после этого прошлого визита. Марка это ничуть не смутило, он лишь отмахнулся, подлетел к столу и нетерпеливо схватил бумаги. «Хоть какой-то прогресс есть!» Я поморщилась. «Какой к черту прогресс?» «Мы его вчера едва-едва спать наконец уложили, то пришлось такую дозу снотворного вкатить, что мама дорогая!» Марк раздраженно сверкнул глазами. «Ага, правильно, вы же не умеете ни хрена как снотворным его пичкать!» Доктора, мать вашу, с красными дипломами. Просто так протирали свои задницы. Вот же хам. Самым простым, если вовсе не единственным способом его заткнуть был бросок чем-нибудь тяжелым. Например, вот этой толстенькой папочкой с острыми краями. Раздражение дошло до критической точки. Такими темпами самой скорой понадобится помощь психиатра. Впрочем, мы все сейчас на взводе. Прекрати истерику. Нашел сумник. Сам громче всех вопил, чтобы ему начали снотворное колоть.
Марк нахмурился, скрестив руки на груди. Но ведь нужно же делать хоть что-то помимо этого. На одних снотворных выехать-то нельзя. О да, явился светоч знаний. Падайте ниц перед безграничной силой его ума. Я закрыла глаза и поводила языком по небу. Всегда помогало успокоиться. Раздражение сменилось свинцовой усталостью, так же внезапно, как появилось. Мы делаем. И пытаемся что-нибудь еще придумать, пока не дошло до хирургического вмешательства. И ты прекрасно это знаешь, так что не срывай на меня свою злость, усек? Мы все сейчас на нервах, нужно себя контролировать, иначе толку ноль, это понятно? Ох, уже этот тон воспитательницы детского сада. Сама его ненавижу, ну как тут еще разговаривать? Марк, похоже, тоже это уловил и хмуро уставился на меня, сощурив слегка раскосые глаза. Я всего лишь пытаюсь сказать, что то, что вы делаете, результатов не приносит, а значит, следует попробовать уже что-нибудь другое. И правда, как-то мы сами не догадались. Легкое ехидство и совсем капелька издевки. Если так и жаждешь перемен, пойди займись делом. Например, библиотека здесь неплохая, а вось найдешь что-нибудь, что поможет в излечении твоего друга. Почитай о нейрохирургии, покопайся в историях болезни других пациентов, что-нибудь в этом роде. Библиотека? Судя по разомски шефизану, умеет читать он не особо любил, но в глазах можно было ясно понаблюдать внутреннюю борьбу между желанием помочь другу и нелюбовью к книгам. В итоге первая победила и неохотно согласился. Ладно, но папку я возьму с собой. Забирай. Я легкодушно махнул ладонью. В конце концов, я уже знаю наизусть каждую страницу этой чертовой папки. У него конкретное местоположение на листке каждого знака препинания. И если бы здоровье Юру зависело лишь от этого, на нем бы уже можно было поля вспахивать. Лабрыса кивнул и вылетел из кабинета так же, как и вошел, быстро и не вращаясь. Хотя бы дверью не хлопнул. Хотя бы дверью хлопнул не так сильно, и на том спасибо. А то менять дверь второй раз за неделю было бы перебором. Я вздохнул и снова прикрыл глаза. Черт дернул меня связаться с этим сумасшедшим. Да ведь даже не мой профиль. Хотя выбора особенно у меня не было. Я отбыла его лечащим врачом на протяжении последнего года до того, как он сюда попал. И остаюсь им до сих пор, что бы там ни было. Господи, как же я устала. Стоит, наверное, немного поспать. Сон поступал все настойчиво, и я уже не могла ему сопротивляться. Ну что ж. На этом первую часть нашей трансляции заканчиваем. Всем огромное спасибо, кто смотрел. Кто будет смотреть это в записи. С вами был Айс, всем пока. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы куда хотите. Все, пока-пока.